уже по своему весу, по своей значимости является, будет совсем в другом качестве выступать, потому что Государственная Дума будет принимать, назначать министров, вице-премьеров, председателя правительства, и никто не может, как говорится, изменить это решение. Дума будет решать вопрос, какое правительство у нас будет, кто работает, будет работать в этом правительстве. Потому они заботились и своих людей туда направили. То, что касается в целом Красноярского края,